Всем привет, друзья! Привет на канале Роман Криптобайт. И сегодня у нас будет новый видеоролик по NFT проекту Meta Pioneers. Мы разберем всю информацию о проекте, а также как на нем заработать. Поехали! Вот так, ребята, выглядит их веб-сайт Meta Pioneers. Это как NFT, так и DeFi проект. У них здесь есть два уровня, там, капитан и старатель. Ну и сейчас мы также рассмотрим их документы. Итак, ребята, я перешел за компьютер, чтобы показывать вам всю информацию здесь. Сейчас мы находимся на их веб-сайте MetaP Club. Сразу же здесь нам выскакивает обозначение, чем занимается проект Meta Pioneers, ну и сам токен MetaP. Он представляет собой децентрализирование предложений, естественно, с элементами, как я вам сказал, NFT и DeFi. И позволяет пользователям понимать Web3 через развлечения. Вот, у них тут, как видите, можно сразу запустить и Element Trading NFT. Дальше, почему именно выбирать нужно Meta Pioneers, вот, как видите. Это не единый рынок NFT и GameFi, где внешних циклов устойчивости DeFi отличный будет органический источник дохода. Мы видим вот покупка пользователя Meta Pioneers NFT, потом идет агрегатор доходности, получить сертификат майнинга, получить вознаграждение в токенах, генерировать прибыль, техническое обслуживание, обновление и квалифицировать дивиденды. То есть, чтобы вы понимали, за покупку NFT вы будете зарабатывать прибыль. У них тут есть уровни, вот, как я говорил, капитан, как лидер и проводник для старателей вселенной, путешествующий, ну, естественно, по галактикам, он является самой привлекательной должностью на корабле. Он как бы лидер старателей разных регионов, в поисках сокровищ вызывает уважение. Вот, награды будут драгоценны для должности капитана, более того, он как расширяющийся лицо обнаружит потенциальный член экипажа, им будет присвоено свидетельство о продвижении по службе первого офицера. Вот, есть вот старатель, это самая популярная и прибыльная роль в этой метавселенной. Каждый старатель имеет разные личности и набор навыков. Старатели воплощают свои мечты в жизнь и участвуют в различных работе, то есть по добыче полезных ископаемых. Они также признают, то есть, значительную прибыль. Вот, цель потом идет разведчика, капитан, как видим, вот, действовать, употреблять, и MPI, PPI, получается. Вот, и тут идет исследователь различным способом улучшения геологоразведчика. Вот, общий, начальный, премиум, эксперт и владелец. То есть, ну, как бы это все по уровням, видим, красным, максимальный. Вот, и у них как раз лидер для старателей, это тот самый, то есть, капитан, вот, член экипажа, первый офицер и капитан. Капитан, то есть, плата за... Не стратили, капитан Дэвид, капитан Тивент, отправить свидетельство о повышении. Вот. Общее предложение, ребята, общее предложение токенов MPI это 10 миллиардов. 10 миллиардов токенов. По их токеномике пул майнинга будет составлять 70%, ликвидность 5%, команда 10%, сообщество 8%. А вот, повышение за операции, то есть имеется в виду и мероприятия, всякий маркетинг, то есть всякая реклама, экосистемный фонд 4%, и на ТГ будет 10% с линейным переходом каждые 3 месяца в течение 2 лет. Вот, также есть у них дорожная карта, как видите, тут и запуск IDO, и запуск официально, то есть все это уже, в принципе, прошли, и сейчас у них вы можете взглянуть их основную команду, руководитель проекта, операционный руководитель проекта, лидер по маркетингу, и лидер по стратегии продукту. Вот их инвестиционные партнеры. Aik Capital, Block Tides, Characteris, то есть большие такие проекты, Omnichain Ventures, ребята. Вот, и также партнеры по сотрудничеству, где есть Quest 3, VDAO, PancakeSwap, Nebox и BitKeep, ну то есть большие проекты Berry. Также, ребята, их токен есть на PancakeSwap. Вот такой адрес контракта у них, я оставлю его в обязательном описании. Не перепутайте, ребята, это именно их адрес контракта. Также перепроверяйте на веб-сайте. Вот, выберем, к примеру, USDT. Вот, и видим, что ликвидность тут большая. Даже вот пишется, что low risk, то есть ничего такого. Вот, ликвидность токена большая. Ну, цена, естественно, мало. Маленькая пока что. Приблизительно, как мы видим, где-то вот... 190 токенов, это 1 доллар в среднем. Вот, ну вы можете сливать вот сколько хотите. То есть ликвидность тут выше сотни тысяч долларов. Очень большая ликвидность, поэтому у вас никаких проблем не будет. Вот такой у нас вышел видеоролик, ребята, по NFT проекту Meta Pioneers. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылочки на все социальные сети проекта, а также их телеграм-сообщество и white paper будут в описании. Поэтому можете там задавать вопросы. Ну а я желаю вам удачи. Всем пока!